И сегодня мы не занимаемся посадками, а занимаемся копанием, копкой земли вдоль этого забора, под забором. И это мы делаем для того, чтобы потом сделать вот такую вот сеточку. То есть сначала прокапывается земелька, потом отрезается сеточка нужной длины от столбика до столбика. Точнее даже, ну да, от столбика до столбика, и вырезаются окошки под бетон под этот. И прикручивается, а потом засыпается. Все, весь смысл такой. И вот сегодня, не знаю, сколько мы прокопаем, но думаю, даже здесь. Что нам еще делать? Копать, докопать. И мы выкопали луночки вдоль, точнее не луночки, а ровчики, канавчики вокруг забора. И мы сюда будем опускать сетку. Часть сегодня опустим вот там, а часть опустим, когда приварим нижнюю поперечину, которая будет держать эту сетку. Здесь расстояние до земли слишком большое, поэтому мы опустимся еще на 50 сантиметров ниже от этой нижней поперечины, приварим еще одну и уже к ней будем прикручивать сетку. Такая работа была проделана за 2,5 часа. Все вот эти лунки выкопались. И сегодня мы все-таки занялись сеточки под забором. Вчера мне получилось договориться, что эту неделю я не буду работать. Значит, посвящу забору это время. Вот как я провожу измерения. У меня есть такой листочек. Я на нем сначала начал в строчку писать, но потом понял, что это нерационально, и составил табличку. Здесь порядковые номера идут. Номера я начал этих. Это номера, это деление. Первое деление, второе деление, третье деление, четвертое деление. Или проем, там промежуток. С того краю и сюда. Слева направо. Получается. И что у нас? L. Это длина. И длина у нас примерно на. От 2,60 до 2,80 идут проемчики. От сюда, вот отсюда, от этой стороны столбика, и до, получается, до вот этой стороны столбика длина идет этого сеточки, которая будет отрезаться. Потом высота, это находится от этой, от этого края, от верхнего края, этой нижней прожилины, ну, до земли нахожу минимальное расстояние. Сначала в одном углу промеряю, потом в другом углу промеряю. Нахожу самое меньшее, записываю, даже с запасиком, чтобы не задевало даже об дно. Вот это H, высота. Потом HL, это высота левая, то есть сеточку нужно будет
в этих местах подрезать от общей высоты. Нужно будет в углу отрезать вот эту высоту, вот посюда, чтобы она доходила до бетончика и потом вниз вот здесь опускалась. То есть HL, это получается высота левая. HL. Потом идет LL. LL это L, это длина, length. Длина левая. То есть длина левая, это вот это идет расстояние от столбика до края бетона, и даже с запасиком чуть-чуть я беру специально от столбика до сюда, и чтоб вниз пошло. Вот и все. И HR, H и LR, HR и LR, это по то же самое, только с правой стороны. H это R, высота правая, LR длина правая, тоже высота и длина здесь правая. То есть у нас имеется общая длина, общая высота, потом высота левая, длина левая, высота правая, длина правая. И все, и вот в такую табличку я все это по этим делениям, по проемчикам я составлял. Осталось сейчас вот записать последний проемчик. То есть как я это делаю. Сейчас покажу. Более-менее. Вот отсюда беру, зацепляю. И иду вот до сюда. Это у нас получилось 273. Но так как я там зацепил с другой стороны столбика, я отнимаю ширину столбика, то есть 4 сантиметра в данном случае. Это получается 269. То, что тут миллиметрики в запасе есть, это ничего страшного. Пусть лучше немножко свободно будет, чем потом подрезать еще раз. Вот 269. Получается, это длина. Вот я ее сразу записываю, что длина, это последняя осталась длина, 269. Теперь H это высота общая, то есть как я меряю, беру высоту с одного края меряем, это получается 43, ну грубо говоря будет 40 скорее всего. Значит, с этой стороны, и тут тоже 45, там, ну, неважно, в общем 40 хватит вполне. Значит, общая высота тут будет 40. Теперь что касаемо левой части, высота у нас левая получается, можно даже 19,5 взять, чтобы не ошибиться, и чтобы не ошибиться, 13, тут сантиметрик, пол сантиметра роли не играет. Значит, 19,5 и 13, еще раз проверю, это забыл. Да, 19,5 и 13. И с правой стороны у нас идет высота 21,5. Даже 21 можно. 21 и 21 и 15. Это наверняка. Записываем 21 и 15 наверняка. Ну вот у нас теперь получилась абсолютно готовая составленная табличка. Теперь останется развернуть сеточку. Ну вот так вот я и отмечаю и отрезаю все эти сеточки. Ну вот так вот, когда напиливаются сеточки, они вот так вот относятся. Вот одна сторона уже готова,
еще немножко, 2-3, грубо говоря, сеточки. Ну и все. Потом прикручу и закопаю. Потом покажу. Теперь все готово. Все готово для монтажа профнастила. Здесь будет разница в листах, там 2-метровые листы, а здесь уже 2,5, потому что участок наклонен, поэтому пришлось так сделать. Не стали плавные ступеньки делать, сделали одну грубую ступень.